Добрый день, друзья! Приветствую всех на своем YouTube-канале. С вами Егор, и погнали! Мы продолжаем прохождение игры SnowRunner по бездорожью. Итак, ребята, сегодня на нас будут работать этих два прекрасных автомобиля. ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. Итак, ГАЗ-53 я еще взял прицеп, потому как у него борт на одно место, а нам нужно будет везти 4 запчасти, по-моему, для машин. Прицеп я взял еще на 3 слота. Ну, что поделать. Ну, а зилку я взял полуприцеп на 4 места. Он повезет бочки у нас с топливом. Итак, контракт у нас сегодня будет из раздела Транстаймыр. Ремонт станции, второй этап. Первый этап, как вы помните, мы выполнили, построили АЗС здесь. Второй этап подразумевает собой, в общем, постройка. Здесь будет доступен магазин прицепов и доступен будет ремонт, ну, услуги ремонта, в общем. Итак, у меня для вас хорошие новости. Мы хотим открыть точку для ремонта вашей машины с магазином прицепов, но сначала надо завести туда ящики с оборудованием. Как сделаете, так сразу и приступим. Да не вопрос. Так, ящики с оборудованием, ну и потом выгрузить их на место выгрузки. Так, ну что, вперед, ребята, нас ждут великие дела. Повезем мы эти запчасти на газончике, ребята. Проверим его. Я взял уже не прототип, а, ну, реальный газон, так сказать. Который выпускался, по-моему, с 62 по 90 какой-то там год. Ну, сейчас его и проверим, ребята. Как он, что он там. Как раз это хорошо, что там нам откроются эти самые магазин прицепов. Это радует, ребята. Как раз посередине карты, блин, находится. Газончик, газончик у нас крутой. Полный привод. Сейчас пока докатим туда. Постараемся сегодня выполнить. Я думаю, газон быстро справится. Ну, выполнить два контракта. Все-таки там я выбрал бочки с топливом. Зилу. А там надо их развести на 3 точки. Ну, в принципе, там 2 точки рядом. А третья, конечно, аж на фирму. В этот самый, как его, колхоз этот имени Кашина, Квашина или как там, комиссара. Кто помнит. Колхоз, передовой колхоз имени, а, Квашнина, по-моему, Квашнина. Блин, я не знаю, сорян, не знаю, как ударение правильно ставить. Фамилия такая мне, конечно, неизвестна, но, видимо, был такой человек, в честь него назвали колхоз. А может, выдуманный. Я, ну, хотя, ну, я не знаю, честно говоря. Не изучал историю этой карты, так сказать. Они же, наверное, я не думаю, что. Хотя, кто его знает, может, и придуман. Ну, колхоз может и передовой, а вот дорога там точно как на передовой. Ну, газончиком мы туда не поедем, так, ага, дальше. Газончик у нас поедет по другим задачам. Блин, вот это мне еще не хватало. Ветку зацепился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вид, конечно, у него не очень от первого лица. Так, а я сюда буду. Ну да,
На склад. А, вот и табличка со стрелочкой. Склад. Просто я смотрю, как-то там такая дорога, блин. Как-то не очень. Ему, конечно, ну, этот прицеп больше, чем газон. Ну, блин, другого нету именно на три места. Я же говорю, если бы автор ему чуть-чуть еще добавил так. Ну, хотя я не знаю. Ну, если бы, может быть, под какие-то грузы небольшие. Два места, чтобы было. Допустим, запчасти для машин, по-моему, там. Они же вроде не такие большие. Не такие объемные. Ну, же плохо, что у него одно место. Так-то он живчик. Резвый газончик. Сейчас мы уже загрузимся, ребята. Давай, 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 давай. Так, а я что, не взял? Блин, я не взял, ребята, сори. Запчасти для машин 4. Запчасти для машин, правильно? Прицеп. Все. Так, ну теперь на стояночку. В принципе, здесь недалеко. Но здесь как-то так. Ну, тут, конечно, место такое. Может, попробуем объехать. Давайте выедем на дорогу. А там решим. Да, мы сейчас тут на месте развернемся, ребята. Газон у нас шикарный. Прицеп классный. Две оси поворачивает. Ну просто что он действительно прицеп, ты же смотри, буксует, буксует. Пробуксовывает наш ГАЗ-53. Давай, 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 давай. Опять наплывает. Это мыло. О! Давай, 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 поехали. Прямо, ну, я не знаю. Конечно, в сложном режиме, по-моему, там не меняется время суток, что ли. Не меняется. Там вот как начал, так и катаешь. День, вечер, ночь, дождь, снег. Не знаю, буду ли я катать сложный режим, мне как-то я не очень заново проходить это все. Ну там посложнее, конечно, с заправками. Мне для начала нужно пройти хотя бы основной сюжет. А еще и модовых карт куча, и тоже интересно, кататься можно. Поехали. Красавчик, красавчик, тянет нормально. Я, наверное, так и объеду, ребята. Этот участок, хоть вот тут и, ну, ближе намного, но... Сейчас посмотрим. Это что, все равно сюда поворачивал? Хотя он, может, и ближе... Блин, ну там, мне кажется, я думал просто сюда и объехать. Я что-то
Ну не знаю, ну то придется тогда с лебедкой играться. Хотя там тоже такая дорога не лучше. Эх, газончик наш. Давай, давай. Да, блин, ему тяжеловато, конечно, тянуть эту корзину, блин. Давай, 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 давай. Тут, видимо, ну я помню, что тут, конечно, трясина капец какая. Ну-ка попробуем на травку. Легче, может, будет. Что-то передок вообще не хочет работать. Давай, 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 давай. Ну ты посмотри, а. Ну что там зацепился передок? Конечно, прицеп больше, чем он, и, блин, ну ему реально тяжеловато ехать. Цепляем аж за самый прицеп. Немножко выехать отсюда. Давай, 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 давай. Нету видимых точек, нифига. Ё-моё, вот это я встрял. Давай, 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 парень, давай. Зацепились. Что-то лебедочка у него, я что-то не помню, какую я ставил. Что-то коротенькая какая-то. Конечно, тут, блин, болото такое. Что-то передок вообще не работает, я не понял. Ничего не пойму. Нету дифференциала у него, нихрена. Давай, 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 давай. Давай, парень, давай. Блин, конечно, я понимаю, тебе тяжело. Но нам нужно сделать эту задачу. Мы просто обязаны. Интересно, сейчас. Ну тут ветки уже есть хоть. Я думаю. В ветках тут хоть бы не встрять. Ну. Такой вот у нас газончик проходимый. Все, красавчик, красавчик, красавчик. Давай, давай, давай. До бетона пару метров, ну. Давай, 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 давай. Ну, блин, других прицепов нету, я не знаю. Чё такое? Ветка. Во. Надо же. Я думал, мы ее в землю вкопали. Давай, 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 давай. Блин, буксует на бетоне. Давай, пьем.
красавец. Давай, 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 красавчик. Я в тебя верю. Давай, тут более-менее вроде щебенка. Зуй. Ну, ты красава. Отличненько, вы выполнили задачу. Важную задачу выполнил. Так, выгружаемся. Опа! Тын-тын-тын-тын-тын. Тын-тын-тын-тын. Есть. Вот, теперь у вас есть второй дом. Заезжайте на горячий кофеек. До скорого. Отлично, ребята. Магазин прицепов нам открылся. И ремонт. И услуги ремонта. Так, ну пусть стоит отдыхает, я потом прицеп уже сниму. Продам, наверное. Посмотрим. Пусть он тут греется на солнышке. А мы переходим к Зилу. Заводим наш красавец, нашего красавчика. Так, берем контрактик. Грязные делишки, правильно? Принять. На железнодорожной станции застрял груз топлива и некому доставить его в пункты назначения. И теперь мне надо с этим что-то делать, а значит и вам тоже. Берем бочки с топливом. Таюма, где они? Вот они. И в бой! Поехали! Зилок у нас вообще красавчик проходимый. Но не все же нам кататься на тягачах мощных. Так и газончик испробовали. Ну я же говорю, плохо, что у него один слот только в кузове. Можно как-то там растянуть его. Было бы два слота, можно было прицеп два места брать. И то, это же он у меня, ребята, на серийном двигателе. Там еще три движка у газона не открыты. Там вообще огонь будет. Бочки с топливом, правильно? Ой-ой-ой, не туда загрузил. Погнали. Блин, не туда загрузил, короче, я понял. Так. Куда нам там надо? Завод. Деревня. Не, давайте на деревню. Тут, в принципе, без разницы, в каком порядке. А потом на ферму. Все, в бой, ребята. Нас ждут великие дела. Взяла прекрасный вид от первого лица, кто любит кататься. Вообще супер прям. Мне так нравится на нем. И от третьего, и от первого зеркала видно прекрасно. Поехали, ребятки. Так, указатель вроде как налево сразу. Ага. Ну мы поедем по дороге. Поедем по нормальной дороге, а там уже будем сворачивать. Это, кстати. Ох, ё-моё. Кстати, это его прицеп с машинкой шел. Ну, в паке. То есть автор добавляет ему какие-то там прицепы, я так понимаю. Я его пытался цеплять там Уралом, этот прицеп. Не, он цепляется. Полуприцеп тут. Но, ну, у него это самое. Диаметр колес меньше, чем у Урала, и он выглядит как-то не камильфо. А Зилку он в самый раз, видите? Ну, для него и сделан этот как его, прицеп, полуприцеп.
потихонечку. Потихоньку так аккуратно еду, ну в принципе не газую сильно, но не вижу там на спидометре сколько, 30. Так, наверное, нам надо сворачивать, так понимаю. Ага. Да блин, ну это мыло меня задолбало. Так, давайте ему подвесочку подымем на всякий случай. А, это же мы газончиком сюда заезжали на стояночку. И я еще думал вот тот участок объехать. Ну, заехать с другой стороны. Но тут, видимо, тоже не очень дорога. Хорошо, что я сюда, наверное, и не поехал газоном. Смысла нет, потерял бы еще больше тоже времени. Здесь вон ЗИЛ как проходит. ЗИЛ пройдет, конечно, и там пройдет. Здесь тоже такая грязюка, мама не горит. Ого, конечно. Смотри. Я тут газоном, и тут еще и зацепиться не особо. Не, ну, в принципе, какие-то палки торчат. Не-не-не, газоном тут хорошо, что я и не поворачивал. Здесь он ЗИЛ еле проходит. Давай, 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 давай. Да, я понял. Я этим газоном проезжал здесь, как его, прототипом. Тоже тут такая коряга, блин. А, давай, 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 давай. Да, дорога тут, конечно. Там можно ему подвеску уже опустить, в принципе, я думаю. Пока не вижу таких препятствий, такой трясины и ям таких. Вроде едет. Едет шикарно. Мне нравится активная подвесочка. В любой момент раз поднял. Нормально. Так, там что-то написано. Фабрика какая-то.
так, 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 тихонечко, тихонечко, нам лучше поверху, наверное, проехать. Аккуратно так. Эту дорогу я чем запомнил, здесь состязания выполняли. Надо я сюда заеду. Сюда и попаду в деревню. И не попаду, там гаражи какие-то, не-не-не. Хотя, может, и попаду, давайте посмотрим. Проеду я там или нет. Нормально. Отлично. Принимай груз. Так, теперь на завод. Ну, вон завод наверху. Рядышком. Сейчас через эти шпалы или как они, балки, по балкам проедем. ЗИЛ еще трясет так, особенно заднюю ось, не слабо. Ну. И без того. Ну, для таких дорог ЗИЛ классный. Наш заводик. Сейчас разгрузимся и уже полегче будет ему. Тут скинем два палета или как. Два поддона. О, тихо-тихо-тихо. Бочек. Так, и теперь на ферму. О, блин, и далеко. Так, секунду, ребята. Так, сейчас посмотрим, куда нам лучше ехать. Ну, также по дороге. Надо, все, я понял. Выскакиваем на основную дорогу, там, на асфальтированную. ЗИЛ огонь, просто огонь. Так, здесь, конечно, сбавляем. Интересно, как в кабине, сильно трясет? Да так еще, терпимо. А вот зад, блин, конкретно. Заднюю ось, смотрите, как бу-бу.
Да, все же полегче ему. Ну, блин, где-то буксует все равно. А так ему, конечно, уже полегче намного. Груз скинули. Ну, буксуем немного. Ну, не без того, конечно. А так вообще по проселочным дорогам таким классным. Вообще огонь. Вроде ж правильно еду. Кстати, я там еще один мод скачал. Тайга 253, 259, что-то такое. Ну, типа крас. Каких-то там годов. Сюда я не проеду. А, тогда давайте я сюда и проеду. Что я буду? Тоже такая дорога. Ну, что поделать. Сейчас посмотрим. Скачал мод. Новый. Он похож на МАЗ 500. Ну, будет на него обзорчик. Посмотрим. Покатаемся. Так, стоп, я не понял. Вот тут дорога. Давайте, наверное, пониженную включать. Я чувствую, тут путь не близкий, такой отрезок. Участок дороги именно такой не маленький. Тихо, тихо, тихо. Да ё-моё. Как же так, а? На камнях крутится, понимаете? Надо было, может, включать подвеску эту самую активную, ставить выше автомобиль, но тут экстремально выше, высокую ставить. Можно перевернуться. Капец, зелок бедолага. Вот тут дорога. Камни вообще я не люблю, конечно, но не без того. Да уже практически преодолели. Ё-моё. Да хорошо, что я с одним палетом еду. Туда поехал, ребята. Нам налево. Так, может, подремонтируемся немножко.
прямо склад. А нам сюда. Нам к передовому колхозу нужно. Ё-моё. Капец тут. Я думал, судой будет более-менее. Потому что я с той стороны дорогу уже знаю. К этому колхозу передовому. Тут дорога как на передовой, блин. А тут что с той стороны, что с этой, короче. Без разницы. Тракторами-то ездить нормально тут, наверное. Блин, у меня еще два или три мода тракторов висит. Да я их не знаю, скачал. Уже давно они висят. Старые моды. Так, а где тут что? Ага. Налево. Давно висят эти трактора. Что-то я как-то с ними. Я не знал, куда их включать еще. Нужно было обзор сделать. Там дело в том, что сезон появился с этими с тракторами 8. Ну там они, возможно, будут нормально. Ну надо их еще протестировать на этом самом, на полигоне, посмотреть, что они могут перевозить, какие прицепы. Там, по-моему, зверь и К-750. Ну, трактора такие мощные. И НТЗ, по-моему, что-то такое. Не знаю, я думал... Я видел у Романа, блогер. Он как-то на них катался. Не помню, что он там перевозил на них. То ли бревна какие-то. Так. Где это? Где эта выгрузка? Эй, где вы там все? Я тут Уралом тоже прицеп тяну. Для... А, автомобиль. Тут на это самое. Такая грязюка. О, есть контакт. Продолжайте в том же духе, и мы подружимся. 580, 560 опыта, 5750 кредитов. Так, ребята, на сегодня все. Спасибо, что смотрите меня. Комментируем, ставим лайки, кому нравится. Подписываемся на канал. Всем мира, добра, здоровья. И до встречи.